друзья, всем привет! Всем привет из Ирландии. Мы сейчас находимся на краю света, на мысе Cook's Head, и хотели бы продегустировать для вас виски Пэдди. Виски входит, наверное, в топ-3 ирландских виски, которые потребляются на острове Ирландия. Я думаю, что это после Джемисон и Бушмелс виски номер один здесь. Довольно такой симпатичный бленд. Здесь в состав входит Pot Still, Single Malt и, естественно, зерновой виски. Сейчас хочу попробовать. У меня, к сожалению, нету под рукой традиционной посуды для Ирландии Tuath Glass или Glencairn шотландский, поэтому я взял наш российский продукт с собой. Сейчас продегустирую. Не пугайтесь, главное. Традиционная порция в Ирландии 0,35,5 миллилитров. Это как раз вот на дне этого пластикового стаканчика первая рисочка. Так, ручку сюда поставлю. Значит, первое ощущение — это какие-то морские истории приходят. Запах мидий, запах водорослей. А мне кажется, это вот оттуда, на дуба. На самом деле это фруктовый сладкий виски, бленд, который не претендует на что-то большее, но тем не менее он довольно, мне кажется, изумительно сделан. И на вкус, давайте попробуем на вкус. Он очень приятный, он очень мягкий и спиртуозный, и для ирландцев он, мне кажется, все-таки подходит как аперитив или, может быть, даже дежестив, поэтому они пьют его с удовольствием в больших количествах. Производится он на дистиллерии Миддлтон спирты, а история его уходит на 100 лет назад. Если мы окунемся в историю, мы узнаем о том, что продавец коммивояжер Пэдди Флаерти, который представитель компании Cork Distillers, путешествовал по Ирландии и поэтому угощал всех своей продукцией Cork Distillers. С тех пор этот виски всем понравился, и посетители баров приходили и просили барменов налить им виски Пэдди Фрайер. То есть с тех пор повелось, что виски Пэдди просто стал нарицательным, и теперь мы знаем, весь мир знает его просто как Пэдди. Вот такая вот история, но опять же повторюсь, в Ирландии очень популярен этот напиток, и мы сейчас с удовольствием его пьем. Мы сейчас находимся на Cook's Head. Хорошая погода, хорошее настроение. За вас! Thank you.